Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутенпаут, а мы наконец-то сегодня с вами поиграем в Зайл, обновление Эврима. Я долго ждал, когда я смогу ее вам записать. Дело в том, то, что изначально, когда я заходил, там был только один травоядный и один велоцираптор, ну за кого можно было поиграть. Я играл, а карта была жутко не оптимизирована, и записывать, ну, просто не захотелось для вас. А сейчас я, в принципе, спустя столько месяцев решил то, что можно, в принципе, попробовать. Уже она более-менее сделана, поэтому сегодня будем с вами играть. Посмотрим, какие у нас серваки есть. Конечно же, поиграем мы на травоядном, потому что на хище я сейчас, наверное, так хорошо не буду играть, прям сразу с лету. Что-то смотрю по серверам, везде по 0 игроков, или это обман? Не понял, как так-то. Да вы гоните, не может такого быть, чтобы было по 0 игроков в Эвриме. Или Эврима всем надоело просто? Я в шоке. Ну давай на Динотопию зайдем. Я просто не понимаю, почему тут 0 игроков на всех серверах. Типа, как такое могло произойти? Или все играют? Народ прикольно начал заходить на сервак. Русский просто вылетел из игры. Сейчас зашел на официальный сервак, у них тут 14 человек на данный момент играет. Я, конечно, не знаю, что так мало. Короче, вот, хищные. У нас доступен только Ютараптор. Только Ютараптор у нас доступен. А травоядный у нас вот был Тинантозавр, а теперь мы можем поиграть за Дриозавра. Ну, в принципе, думаю, давайте попробуем за новенького Дриозавра. Типа, ну, Тинантозавра и Велоцираптор вы видели уж точно. Пока у нас тут прогрузка карты. Кошмар. Ну да, вот, прогружается карта у меня. Так. В принципе, оптимизировали. Ничего так на таб список игроков посмотреть не могу. То есть, как всегда, выживаю сам за себя. Ну чё, давайте посмотрим. Чарактер не могу нажать. То есть я не могу посмотреть статы своего динозавра пока что. Я не знаю, может быть это будут дорабатывать, может нет, хрен знает. Анимации у динозавра отличные. Динозавр растет сам, то есть как старая версия Зайла, не надо ему прожимать рост, чтобы он вырос. Так, вот это вот я что-то учуял. А учуял я... травку, да? А, ну вот в чем прикол. Мы можем хавать траву в любом месте. То есть нам не обязательно даже находить кусты. Вот в чем прикол. Но мы очень долго ее едим. В обычной версии там съешь куст, который найдешь, и уже будешь нормально сыт. А тут вон дохренища надо его кусать. Это странно. Давай еще понюхаем. Может быть, у нас тут есть нормальные кусты. Вот тут что-то показывает. Или, может быть, это мои следы показывают. Я пока не понимаю. По идее, следы должны указываться по-другому. Давай к этому кусту подойдем. Ну, как видите... просто травоядный ест, где ему брендит в этом Зайле в Риме. И пока тут, в принципе, делать реально нечего, потому что даже игроков нет, и бесплатных всего лишь 3 динозавра. То есть Саркозух я видел, он, по-моему, платная версия. Но его надо покупать. Странно, я ем, а еда то отбавляется, то прибавляется. Это реально странно. Ладно, фиг с этой едой. Давай посмотрим, где у нас тут вода. Вода, он, судя по всему, там вон у меня показывает.
блики, так сказать. Запах сделали прикольно. Конечно, от травы в глазах робит. Потому что ты бежишь, и она прям такая какая-то. А, ну да, вот этот вот желтый запашок, это следы, все верно. А я думал, еду так показывают. Короче, вот где-то здесь у нас вода, вот. По этим бликам видно. Где-то здесь водичка. Да, проработали хорошо. Сделано классно, но все еще есть к чему стремиться. Потому что я хожу вот сквозь эти кусты, смотрите. Но это не круто. Ладно. Я не знаю, есть тут ютарапторы на карте или нет. Вот раньше было проще то, что нюх показывал сразу целое озеро. Сейчас мне показывают какие-то синие блики, куда идти. Ладно, давай пробежимся. Все-таки сейчас как кибератлет я играть тут не буду. Потому что смысл, мы просто смотрим, что же стало у нас с Айлом после стольких дней. Так, запах у меня показывал то, что вода где-то здесь. Или меня обмануло? Вполне играбельно, ребят, если захотите поиграть, но... Так вот там... Но сейчас играть не советую, потому что народу реально нет и... Замесы нет с кем устраивать вообще. А то, что ты ешь просто траву и пипец как долго, это реально бесит. Я бы на их месте, но время поедания травы немножко убавил. Хотя, я не знаю, сейчас смотрю на еду, у меня то она прибавляется, то отбавляется. Странно. По-моему, я вот тут могу смотреть. А, во, короче. У меня есть кнопочка 0. Insert на клавиатуре. И на нее открывается характеристика. Мы еще на таком стадии роста. Группы у нас нет. А, вот тут. Игроки. Хрен, короче, знает, как-то, ну, пока не хочется оскорблять, но немножко рукожопа сделана. Я, конечно, понимаю, все классно, но есть еще к чему стремиться, реально. Так, я так и не понял, где у меня вода. Вода где-то там. Вот мы еще вот так прыгать можем. А, кстати, что у нас с дракой? Это на первую кнопку мыши, это что я сделал? Это на вторую. Прикольная анимация драки. На ходу нюхать не можем, только стоя на месте. Так, так я и не понял, где вода. Плохо показывают. В старой версии все понятнее. Где-то здесь. Я уже бегаю вообще по всей карте. Я даже не волнуюсь, то, что... О, он почувствовал. Уж меня кто-то сожрет, потому что... Это бред. О, нашел. Вы предлагаете пить из болота, да? Видать, сделали озеро для этих, для крокодилов. Такая у нас тут анимация того, как он пьет. Он думал, как бы сделать это.
Скрин. У нас тут можно как-то... Не, интерфейс никак нельзя убирать, ну да ладно. Что-нибудь придумаем. Вот такие скринчики поделаю. Все. Так, в принципе, на X тут вроде или на Z, я не помню, можно валяться в грязи, и ты так сбиваешь свой запах. Но пока грязи я, в принципе, не вижу. Вода очень мутная, плавать по ней стрёмно. Знаешь, что все-таки крокодилов добавили, ну, чтобы за них можно было играть, но, типа, добавить добавили, но они не бесплатные. Еда тратится бешено. А, во. Валяюсь в грязи. На Е, короче. Сделали уже на Е. Просто лег. Оу. Офигеть, посмотрите, у меня шкурка стала вся в грязи. Офигеть. Шкурка вся в грязи и типа от меня нет запаха, да? Да, от меня нет запаха, все, вот я пробежал. Реально читы. Это реальные читы. Просто повалялся в грязи. И от тебя уже нет запаха. Ну, конечно же, я думаю, грязь будет спадать со временем. Но мы сейчас это на деле проверим. Мы сейчас попробуем поесть, проплыть в воде и посмотреть, спадет ли с нас грязь. Не, мы, конечно, пробежим. А, во-во-во. Она просто со временем спадает, смотрите. То есть я ем, и вот она с меня спадает, грязь. Она на какое-то время. Не, ну в принципе красиво сделано. Картинка мне нравится, но... еще очень много надо им работать. И снимать еще пока рано. Вот я решил за новенького дриозавра у них тут поиграть. А так, ну вот реально есть к чему стремиться, потому что я хаваю вот траву по факту. А еда вот у меня в правом нижнем углу не прибавляется. Ну типа... Это ж не прикольно. Не, вон немножко прибавляется, непонятно, она прибавляется или еще отбавляется. Кстати, посмотрите внимательно на анимацию хвоста. Это что у меня тут за такие блики, или как это назвать? Что у меня с хвостом? Это странно. Вот заметил. Не, вы представьте себе вообще. Еда почти не прибавляется. А мы по факту, кстати, растем. Вот у нас идет рост. Сейчас следующая стадия будет. То есть мы, знаете, мы переходим в стадию незаметно. А что реально надо хавать, чтобы все было замечательно? Я так и не понял. Ну, не чует нормальную траву просто. Вот давай по-профессиональному на картонах подойдем, попьем. Мне просто интересно, дойду ли я в этой серии до следующей стадии. Не, конечно же, дойду. Главное, чтобы вам не было скучно, друзья мои.
Вот мы попили. Картинка замечательная. Да, выглядит по виду лучше, но... Это кто? О, я вижу своего. Нашел какого-то чела. А не, это раптор. Ё-моё, бежим. А чё это такое, кстати, я не понял. А какого хрена у меня показывает ник этого раптора? Это что такое? Как это называется вообще? Я не понял. Ай, за жопу кусает. Ты дурак, кстати. Чел, ты реально дурак. Ты понимаешь то, что ты мою душку не съешь в воде? Лобалбес. Короче, ладно, ребят. Я не понимаю, как оно работает, но... недоработка ужасная. То есть, я не понимаю, какого фига... Вот у этого велоцираптора рисует мой ник, и у меня рисует ник этого велоцираптора. Это типа, что такое? Мы из разных классов. Почему ему подсказывает ником, куда я побежал и что я делаю? Ну, типа, ребят, не советую пока играть в Рима. Вот такой вот у меня получился обзор, но реально не советую. Это жесткая недоработка, типа, почему у меня... пишет его ник, если он даже не травоядный, это реально неправильно. Напишите в комментариях, что об этом думаете, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи и всем пока.